мячом. Ладно, всем привет еще раз. Кубань Зенит. Последний матч российской премьер-лиги. Чтобы остаться на третьем месте, надо побеждать. Состав у Кубани очень неплохой. Так что будет сложно. Дюбиньо травмирован все еще. Так что Бальде. Мы пробовали с Халком на острие в прошлом матче, но как-то это не работает. Может, во втором тайме попробуем, но в старте Бальде в нападении. Тайм принесешь градусник, пожалуйста? Спасибо. Так что поехали. Зенит Кубань, Кубань Зенит. Играем на выезде. Я думаю, не бросаемся сразу сильно. Так, подождем. Спасибо. Спасибо. Рука там, конечно, была, наверное. Опасно, очень опасно. Супер финт от Шатова. Но в итоге ничего не вышло из этого. Угловой. Смольников оборонялся хорошо. Давай-ка, Бальде. Блин, да бряйня. Ну окей, не торопимся. Я думаю, можно в контратаку пока поиграть. Пока мы все равно без мяча большую часть времени. О, опасно, Павлюченко. Да, Павлюченко, сегодня за ним надо следить. Все-таки он бывший игрок сборной России. Некогда выступавший. В общем-то, хорошо выступавший. Супер сейф, Юра Ладыгин. Ну и Денис Черышев. На Бальде. Ну а Бальде. Новый Дзюба. 1-0. По классике, по классике. Спасибо. Чай. А где у меня градусник? А. Температуру измерим. Но Бальде подключился. В общем-то, наша тактика сработала. Контратака и гол. Не бросаемся. Бальде забивает своему бывшему клубу, кстати. Потому что подписали мы его из Кубани. Выписали мы его из Кубани. Ну, чувак сам споткнулся, давайте будем честны. В общем-то, штрафного и не было, так что все четко.
Гарсия, Гарай. Нето, Кришта. Ну и пас никуда. Хороший финт. Очень даже хороший. Хорошая, какой отбор. Но что-то с пасом как-то не очень получилось. Да, ёлки-моталки. Ну, я сейчас привезу себя. Ну, конечно, так играть это... Это законно. 6-6. Пардоньте. Ну, я сам ошибся. Павлюченко не прощает, так что 1-1. Это позор, а не удар. Ну, чуть-чуть. Ой, как рядом. Как же рядом. Хави Гарсия тут просто сегодня выжигает в центре. Супер финт Дениса Черышева. Хави Гарсия тут все почищает. Да, Витцель в последних матчах просто булка. Просто булка. Пас не прошел очередной от Вицеля, так что поехали обороняться. В втором тайме Вандервард выйдет. Это я вам обещаю. В такой игре Вицеля я не могу его оставить на поле. Сайт. Но можно было не свистеть, в общем-то. Ну, раз свистнул, так свистнул. На Бальде. Но тут что-то как-то не особо. И Черышев. Камон, Бальде. Да. Чувак очень расстроен. Ну, Бальде тут тоже решил подраться. Смешные, в общем, смешные. Фу, они вообще рисковые ребята. Но это неплохо. Это неплохо.
Вицель. Просто монстр. Ну, потерял мяч. Да елки-моталки. Ну, он тут, конечно, отпахал. Отбегал и устал. Чистый отбор. Дебрёйне. Да, блин, Гарсия. Пасы-то можно и поточнее делать. Неплохой удар, но недостаточно, чтобы распечатать мои ворота. 1-1. Красивый гол Бальде и ошибка Зенита. Я хочу увидеть Вандерварта Рафаэля. И его волшебную левую, так что... Извини, Аксель. Ты, конечно, работал, трудился, но... Теперь мне надо фантазисту. На рука, 10 рук, и красная карточка, и пенальти. Но судья этого не видел, так что продолжаем играть. Бальде. Как же так? Вот это было интересно. Интересная такая комбинация. Почти прошла. Олег Шатов. Олег Шатов. Но пока что ничего не получается. Ворота не распечатать. И мы продолжаем. Мы продолжаем. Гарай отработал. И угловой. Ладыгин. И его мяч. Гарай. Бля, что это за пас, непонятно. Шатов. А, это Де Брёйне. Суперфинт от Де Брёйне, и Шатов пытался, но фланг прикрыт. Фланг прикрыт, и не очень все это просто. Мяч Пуличенко мы отняли. Бальде. О, пробивал неплохо, но... Недостаточно. Блин, это что еще я сделал? Я случайно кнопку нажал, так что получилась какая-то ерундистика. Я даже ни кнопку никакую не нажимал. Судья, хватит. Хватит. Мне надоел этот фейк. Рука была, для тех, кто не видел. Но судья решил поставить угловой. А навес будет делать Вандервард. Несомненно, великий Рафаэль. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто там за коротышка? Шатов-то. Шатов бил, господи. Почему Шатов-то? Что там делал Шатов? Вот в чем вопрос.
Павлюченко неплох. Очень даже для ветерана. Я рад, в общем-то, за него. Сильноватый пас. Блять. Постыдно. Я думаю, да, не самое время заменить. Хотя у нас еще Халк есть. Давайте-ка вот так. Дани, Халк. И немножко инструкции подредактируем. Get in behind. А ты... Cut inside. Кстати, мы, вероятно, можем поменять их двоих. Потому что... С левой Халк будет... с линии штрафной пробивать. Пытаться, по крайней мере. Я надеюсь на это. Если он хоть раз до туда добежит. Ну что, все замены мы сделали. Смольников. Бегунчик. Перебежчик. Так, Халк. Меня тебя можно уже продавать? Все. Давай, Дани. Отработал. Поборолся. Неплохо. Чё-то моя защита как-то... Пустила. Чарышев не ожидал. Но наш штрафной удар. Чарышев навесит. Оп. Слишком далеко. Ну пошел, Смольников. Ай-яй-яй-яй-яй. Небольшую заменку надо. Ну, точнее, не заменку, а... Кришта balanced. Always, окей. Ну, можно, наверное, атаку и high pressure. Высокий прессинг, типа. Под концовочку. Выдать. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну куда ты там? Отдай-ка мяч. Молодец. Тань, можешь Twitch на моем телефоне открыть, пожалуйста? Я не знаю. В комнате, наверное. Так, Луиш нету. Кришта. Бля. Чарышев, чё какое дерево, а? Ну пипец. Некоторых игроков, конечно, в моей команде техника просто жесть. Можешь мой канал там и трансляцию? Спасибо. Дебрёйне.
Смольников что-то непонятное делал, но в итоге... Нет, в итоге тоже непонятное что-то. Блядь, что? Ох. Добро пожаловать, поражение. Ну, выбора у нас мало. All out. Блять, Халк. Халк, наверное, конечно, самое неудачное действие производит в этой игре. Просто. Просто жуть. Побежал, побежал. Блин. Ну и пасули у вас, ребята. Да, волшебная Вандерварта не проявила себя, потому что, в общем-то, и моментов не было. К сожалению. Угловой. И навес попрошу. Попрошу очень хороший навес. Как обычно, сейчас будет все очень плохо. Да ё-моё. Позорное поражение. И мы, скорее всего, на четвертом месте финишируем. Место третьего. Да. Грустно.